Юбилей отметила 5-я школа. Ей исполнилось 40 лет. Учителя, ветераны и выпускники встретились в зале НТЦ «Звездочка». Пришли около сотни человек. Для многих юбилей – это повод встретиться спустя десятилетия. В зрительном зале и на сцене учителя, ветераны, выпускники. С юбилеем их поздравил мэр Северодвинска Михаил Гмырин. Коллективу школы от администрации Северодвинска он подарил сертификат на покупку оргтехники. Директору школы и учителям глава города вручил грамоты. То, что вы работаете очень профессионально, это говорит о тех людях, вот, которых я сегодня вижу в зале, выпускников. Среди них и производственники, и врачи, и депутаты, и министры даже, члены правительства Архангельской области. Педагогов поздравили и представители нашего телеканала, генеральный директор Северодвинского медиацентра Владимир Лаптев и ведущая программы «Открытая студия» Юлия Новикова, тоже выпускники 5-й школы. Учителя также получили подарки и награды от Совета депутатов Северодвинска и правительства региона.